Даже не доел тарелку. Настолько устал. Это не страшно. Утром доест. Все с дровами. Да, высота была 3440. Плюс 150, да, 3600 метров. Что мы здесь потеряли? Покота. Счастливые лица. Белые товарищи ждут вон на подушечке. Че? Это пиздец какой-то, ребят. Холод, водопад. Ехать еще 40 км. Давай же! Что ты сделал так легко? А ту ногу? Ту ногу сможешь? Не, отойдите за руля, а то вдруг сейчас как стрельнет. Хороший стеклокросс. Отлично, все еду. И отличные у меня контакты. Ну просто из-за грязи иногда. А теперь правду скажи. Кайф,